Ну и завершающий матч первого игрового дня 23-го тура. Ельжан Амангильды против Армана Перманова. Также один из центральных матчей этого 23-го тура. Завтра мы увидим матч Кирилла Иванова против Олжаса Есентаева. И, возможно, вы подумаете, скажете, что? Почему вы назвали его центральным матчем? А потому что в первом круге Кирилл Иванов смог обыграть Олжаса Есентаева и нанести тогда первое поражение Олжасу. Но об этом мы поговорим завтра. Сейчас на ваших экранах Ельжан Амангильды против Армана Перманова. Два очень серьезных фифера. Оба не нуждаются в представлении. Просто нужно сказать, что Ельжан Амангильды был один из претендентов на чемпионство Ситанта Pro League. Но, как я и говорил в одном из матчей, в прошлом матче Анетты Илеусинова, у Ильжана что-то пошло не так, что-то сломалось в его механизме. И в последних четырех матчах Ельжан Амангильды не добыл ни одной победы. Что-то подобное происходит и с Арманом Пермановым. У Армана Перманова вообще какие-то качели по ходу турнира. То Арман Перманов выдает серию там из 2-3 побед подряд, то потом что-то подобное случается и с поражениями. Дембеле здорово сыграл Рауль Альбиоль, но с нарушением правил. Поэтому обоим фиферам нужны очки, нужна победа. Я думаю, что больше психологически она нужна Ельжану Амангильды, потому что парню действительно сейчас нужно почувствовать этот вкус победы, заработать 3 очка и продолжить также играть, как играл он до этого. Суарес, Усман Дембеле, Финти Дембеле на фланге, пас в центр, здесь Алан прочитал все Арман Перманов, и контратака может получиться у Наполи. Завершается над тем, что Пике перехватил мяч, Каутиньо, Пике, снова Каутиньо, и Марек Гамшик здорово переиграл. Вот выход один на один будет? Нет. Не будет, что было положение вне игры у Лоренцо Инсинье, да, прям, ну вот такое тоже бывает, дорогие друзья, на центральном круге прям был зафиксирован положение вне игры, потому что вся оборона Ельжана Амангильды ринулась вперед, и последний защитник как раз таки находился на прям центральном круге. Дембеле, Луис Суарес, пас дальше на Ракитича. Каутиньо входит в штрафную, прострел низом, но здесь никого не оказалось. По идее, по задумке Ильжана Амангильды там должны были замыкать эту передачу либо Луис Суарес, либо Лео Месси, но никого из них там не оказалось. А вот так вот Арман Перманов уже на нашем турнире ошибался не раз. И даже помню гол после вот такой вот ошибки в ворота Армана Перманова. Но продолжает дальше играть так представитель Шимкента. Ну и, собственно, сейчас ничего пока опасного не происходит после этого неудачного ввода в игру от Пепе Рейна. Ракитич, Андре Гомес, Дембеле, Ракитич, Каутиньо, Суарес. Каутиньо входит в штрафную, ложный замах. Суарес пробивает рядом со штангой. Ну вот с того момента, как ввел неточным пасом Пепе Рейна в игру, вся эта атака и только сейчас завершилась. Очень долго разыгрывал мяч Ильжан Амангильды, но итогом этой атаки стал промах Луиса Суареса. Но вот не дает Ильжан Амангильды ничего сделать Арману Перманову. Приходится его выбивать вот так вот вперед, потому что все игроки практически закрыты. У нас на фланге сам будет идти. И только Семедо смог прибежать и Юнеса остановить его до скорости. Семедо, пас дальше на Лео Месси, Дембеле, Суарес. Не такое количество, большое количество игроков Барсы, но все-таки нашел возможность отдать пас в разрез Ильжана Амангильды на Лео Месси, но аргентинец уже оказался в положении вне игры. Гамшик, Кулибали. Кулибали пошел в атаку. Центральный защитник. Это здорово. Мертенс. Инсинье. Пока опасного момента у ворот Терштегена мы не видели. Гамшик. Может быть, сейчас? Нет. Завершается на этом атака Армана Перманова. Каутиньо сам будет идти. Здорово. Как? Суарес, Дембеле. Там есть Месси, есть Каутиньо. Дембеле сам пошел. Но
Хюсай все это абсолютно прекрасно видел и останавливает Усмана Дембеле. Было бы очень опасно, если бы Хюсай в нужное место в нужное время не оказался. Гамшик. Ну что ж, Арман Пирманов создаст что-нибудь опасное у ворот Ельжана или нет? Мертенс. Алан. И все, на этом заканчивается. Андре Гомес перехватил мяч. И контратака снова у Ельжана. Аман Кильды заканчивается тем, что снова все тот же Хюсай останавливает. Филиппа Каутиньо пробивает Инсинье. Но до Терштегена все-таки опять не доходит мяч. Может быть, сейчас у нас хороший пас на Мертенса. Мертенс пробивает. Ну вот, все-таки первый сейв немецкого голкипера Барселоны Андре Терштегена пришелся на 30-ю минуту игры. Смотрим еще раз. В принципе, не такой уж очень опасный момент. Но все же угловой. Все же угловой зарабатывает Арман Пирманов. Будет его разыгрывать или нет. Кальехон у мяча. Разыгрывает с Инсинье. Инсинье пас дальше. Пике здесь разряжает обстановку. Отсыза екінші мен басталды. 0-0. Ельжан Амангелді мен Арман Пірманов. Арман өздеріңізге белгілі, бұған дейінгі турларда сәтсіздікке ұшырап жүр. Әдетте көп жеңіле бермейтін шымкенттік фифердің біз таңғалатын жағдайда ұтылған сәттерін көрген болатынбыз бұған дейінгі турларда. Ал бұл жолы Ельжан мен кездесіп отыр. Ал Ельжан кім емес, бұл чемпионатта екінші орында келе жатқан фифер екендігін жақсы білесіздер. Калихон Доппен, бірақ оның жолын кес-кестеді. Барселона тарапынан Месси, Усман Дембеле. Дембеле алдында ойыншы алаңда алдап өтемін деп, өзіне алданып қалған секілді. Гамшик. Оңға пат. Хюсай. Хюсай орталыққа. Алан тағы да Доппен. Және Наполи алдыға ұмтылысын жалғастыруда. Демақ жетті айбаланға дейін, бірақ мынау не соққы болды ма әлде пас болды ма түсініксіз. Лоренцо Инсинье бұл шабуылдың тас талқанын шығарды. Иә, жоқ, Инсинье бұл жерде пасқа ұмтылатындай еді, өйткені ұмтылмаған сол офсайдта қалып қойған екен. Ельжан да көп ұпай жоғалтты. Неліктен кетті білмеймін. Бір кездері сондай екінші орында келе жатты. Бір сәтте бірінші орынға шыққан болатын Ельжан. Міне осы бірінші орынға шыққаннан кейінгі турлар Ельжан Амангелді үшін өте сәтсіз болып, ол дәл қазіргі сәтте Олжас Есентаевтан өте көп ұпай қалып қойған жайы бар. Олжасты ұтқандығын жақсы білесіздер. 1-0 есебімен. Бұдан кейін жеңілістер келді. Сол жеңілістердің бірі Артур Малининнен келген болатын. Артур Малинин Елжанда ойсырата ұтқан. Елжан енді ғана ешіне бастаған секілді. Бүгін белгілі болады. Қалай ойнап, қалай қоятындыға. Әзірге міне бірінші таймның қорытындысы бойынша ол қақпаға гол соға алмауда. Міне тамаша гол соғатын мүмкіндіктердің бірі. Каутиньоның пасы қателік қорғаушылардың, бірақ Рейна дер кезінде өз орнынан табылды. Месси неліктен айналшықтап шыға алмай қалғандығы да түсініксіз. Ельжанға жиналу керек. Әлі де болса чемпиондықтан үмітін үзген жоқ. Әлі де болса мүмкіндік бар. Ельжан бұл ретте меніңше жерге қаратпайды деп ойлаймыз. Қосымша 3 минут. Суарес қақпашымен бетпе-бет кетті. Оған қазір қорғаушылар кедергі келтіруде. Суарес соққы бағытталды, бірақ Рейна өз орнында. Қайтара соққы бағыттауға мүмкіндік жоқ. Есеп 0-0. Бірінші тайм мәресіне жетті. Вторые 45 минут виртуального времени, вторые 6 минут реального времени в матче между Арманом Пирмановым и Ельжаном Аманкильды. Южное дерби, Тарас против Шымкента и Наполи против испанской Барселоны. Счет после первого тайма 0-0, но в первом тайме преимущество, конечно, было очевидно
довольно-таки прекрасно видно за Ельжаном Аманкильды осталось. Владеет мячом больше Ельжан Аманкильды. В обороне очень здорово играет. И на память можно вспомнить только единственный момент Армана Пирманова, когда пробивал, по-моему, Инсинье, но не особо сильно потревожил Андре Терштегина. Нужно Арману Пирманову во втором тайме как-то реанимироваться и попробовать что-то опасное все же почаще создать у ворот Ельжана Аманкильды. Инсинье у нас, вот сейчас может быть, нет, Семедо здорово сыграл. Месси даже вернулся в оборону, отработал, и Андре Гомес оказался на позиции Лео Месси. Вот сейчас только аргентинец побежал вперед. Дембеле, Андре Гомес, Месси продолжает бежать. Видит это Ельжан Аманкильды, интересно или нет, ну, естественно, видит. Вот остановился все-таки Месси. Суарес, Андре Гомес, Дембеле. Вот дальше не проходит. Фузи Гулам здорово сыграл. Кальехон, Хюсай. Снова Фузи Гулам. Сам идет защитник. Отдает пас в центр. Здесь Марек Гамшик. Аркадий Шмилик появился у нас во втором тайме. Андре Гомес перехватывает снова мяч. Но вот Андре Гомес очень круто играет в виртуальном футболе. В реальном футболе, скорее всего, этот футболист испанскую Барселону покинет. Фузи Гулам. Пас Марек Гамшик. Пас дальше в центр Алан. Алан, Аркадий Шмелик, Инсинье получает сильный пас, финт, и с такой не с Жерардом Пике не проходит. Лео Месси сам бежит, болл-ролл, Усман Дембеле, Ракич, болл-ролл, дорогие друзья, не путайте, это не фамилия игрока, это название финта. Каутиньо входит в штрафную, прострел по своим воротам, лупит Кулибали, но Пепе Рейна на месте. Вот этот мужичок без волос все-таки смог среагировать на подляну такую, пусть это будет в кавычках, от своего центрального защитника, но Кулибали в падении очень красиво пробивал. Пепе Рейна смог среагировать и потащил этот мяч. Месси разыгрывает с Каутиньо угловой, Каутиньо в штрафной финтит. Вот сейчас прострел, Суарес снова пробивает в упор уже практически, но Пепе Рейна все же на месте и спасает свои ворота. В прошлом туре, кстати, дорогие друзья, нужно стоит сказать об этом, наверное, Арман Пирманов, конечно же, эту, наверное, информацию слышать не хочет, но куда же денешься, статистика вещь упрямая. Арман Пирманов в прошлом туре проиграл Артуру Малинину, о боже, со счетом 3-8. А Ельжан Аманкильды потерял очки, сейчас я вам точно скажу, пока ничего опасного не происходит на нашем турнире. По-моему, с Исламом Бакытовым в ничью сыграл. Сейчас вам точно скажу. Пока Андре Гомес в центре поля. Да, с Исламом Бакытовым в ничью разошелся Ельжан Аманкильды. С счетом 1-1. Упустил кучу моментов, как и в этом матче. Также Ельжан Аманкильды пока повторяет все те же ошибки, что и в предыдущих встречах. Что в матче против Артура Малинина, что в матче против Ислама Бакытова. Усман Дембеле. Суарес, ложный замах, Суарес по центру атакует, Суарес пробивает, и наконец-то, как говорит мой коллега Ержан Кошкенбаев, да, по-моему, я правильно сказал или нет, наконец-таки забивает Луис Суарес на 73-й минуте, Ельжан Аманкильды выходит вперед в матче против Армана Пирманова. Е, 1-0, 73 минутта Ельжан Амангелді қарсыласын қорғанысының саңлауын таба білді. Е, бұл жерде Арман Пірмановтың тағда жеңілетін түрі бар. Өйткені Ельжан Амангелді әдетте мұндай басымдықтарды жібере бермейді. Қазір өзгерістерге бірден бой алдыруда. Жаңа ойыншылар Пако Алькассерді көріп отырмыз. Жаңадан шығатын және ойын тактикасын өзгертеді. Ельжан әрине бұл жерде ұшып айды қазір көздің қарашығындай сақтайтындығы анық. Луис Суарес 72-ші минут, есеп 1-0. Ал біз қазір Арманның жауабы қандай болатындығын күтеміз. Міне ойыншылар топ-топ болып алмасуда. Иньеста, Видаль және Алькасар шықты. Сондай-ақ Наполи тарапында да біз екі ойыншы алмасқандығын көріп отырмыз. О, у нас Зелинский.
Арғырай қайтадан Барселона допқа елгеткен. Зелинский доппен. Зелинский жаңа ғана ойынға араласты. Бірақ Барса допты беретін түр жоқ. Пако Алькасар. Артқа пас. Хуан Мата. Жорди Альба болатын. Альба доппен. Хюсай оның жолын кескестек бетті. Ракитич. Андре Гомеш. Суарес, Гомеш, не Видаль, Алеш Видаль, допқа елгетті. Алеш Видаль, негізу ойынның ортасында шоп, гол соғудың хас шебер екендігін жақсы білеміз. Осы мақсатта алаңға шығарған шығар. Явара. Видаль тағы да доппен. Суарес кепас, Суарес оңған аттағы командалас Иньестан тапты. Ал Гулам Иньестаны айбаланға кіргізбей тастады. 81-ші минут. Луис Суарес 4 соққы жасаған екен, оның біреуінде ғана гол соға білді. Бұрыштама доба. Оны көтеретін Калихон. Жоқ, әрине Барселона Иньеста көтерді. Ары қарай Пако Алькасар және қақпаға бағытталған соққы бұл жерде Пепе Рейна қайтарды. Бірінші толқынмен жасалған шабуылды, ал екінші толқынмен шабуыл мүлде орын алған жақ. Диавара допта кейін қайтарып тастаған болатын. Хюсай. Соңғы секундтарға дейін әрине Арман Пірманов қазір есеп теңестірудің жолын қарастыратын болады. Бірақ мынадай қателіктердің қажеті шамалы. Луис Суарес қақпашымен бетпе-бет шықты. Алдында ойыншыны алдады. Айналып келіп соққы бағыттады. Және Рейна бұл матчтағы екінші голын жіберді. Және бұл кездесудің жеңімпазы анық болған секілді. 2-0. Луис Суарес дубль автор атанды және Барселонаға осы бір өтте күрделі де қызықты матчта жеңіс алып келіп отыр уругвайлық. Ал біз ары қарай кеттік. Алаңның ортасынан Наполи допты ойынға қосады. Ендігі Наполидің мақсаты енді білмеймін. Жағдайға қарап ойнайды. Егер Арман қолдан келіп есепті қысқартып жатса, ары қарай басқа мақсат қоятын шығар. Өйткені 2-0 есебінде қандай да бір ұпай туралы ойлау бұл жаңсақ болып есептеледі. Оң қанатпен, бірақ Наполи қазір допты тартып алды. Милик, Калихон айбаланға жақындап келе жатыр, бірақ ұжымдық қорғаныс Калихондың допсыз қалуына себепкер болды. Ракитич. Пас берудегі қателік қазір Елжанда да. Елжанға да қазір допты ұстатқан Арман болатын. Бір-біріне қате пас берудің арқасында шабуыл өрбімеуде. Көбіне доп алаңның ортасында жүріп алды. Қосымша минуттар кетті. Және Барселонаның тамаша шабуылдарының бірі Алеш Видаль. Рауль Альбиолдан өткен жоқ. Әйтсе де қараңыздар, екінші реттен пас берді. Ал ары қарай Иньеста бұл ойынның бір жолата қорытындысын шығарды. 3-0. Елжан Амангелді өзінің матчын міне осындай ірі есеппен жеңіп отыр. Бірден келген допты тоқтатпастан қақпаға бағыттаған Рейна үшін әрине мұндай пасты қайтару қиын екендігі белгілі. Ал Андрес Иньеста келесі маусымнан бастап Жапонияның J-лигасында ойнайтындығын естеріңізге сала кетейік. Келесі жылы біз Барселона тарапынан көрмейміз. Матч аяқталды. Барселона мен Елжанның жеңісі, құттықтаймыз. Қадірмен жанкерлер, осылайша біз бірінші 23-ші турдың кезекті жарыс күнін аяқтадық. Бүгін сәл кешірек тағы да 4 кездесуді тамашалайтын боласыздар. Демек экраннан алшақтамай біздің бағдарламаларды қалай жүріңіздер. Ал әзірге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Golden Boy.